Свой юбилей отмечает почетный гражданин Магадана, полковник органов ФСБ Таймураз Увижев. В военно-патриотическом центре «Подвиг» чествовали именинника. Более 30 лет Таймураз Увижев прослужил в органах безопасности. Он награжден государственными наградами за мужество и отвагу. А еще нагрудным знаком ФСБ России – почетный сотрудник контрразведки. Юбиляр отмечает, что сегодня очень важно военно-патриотическое воспитание молодежи. Я думаю, все-таки кадетские классы рано или поздно возродятся. И таким способом или такая форма воспитания позволит подготовить и юношей, и девушек к взрослой жизни вполне самостоятельными. Они, к сожалению, не всегда проявляют интерес к своей истории. По словам Таймураза Увижева, с детьми нужно постоянно и кропотливо работать, рассказывать все на примерах. С юбилеем полковника поздравили и курсанты центра «Подвиг». Они прочли стихи, а также показали сборку оружия. Поздравлением присоединился и мэр Магадана Юрий Гришан. Поздравляю вас с праздником, Таймураз Рамазанович, с юбилеем, здоровья прежде всего. И хотел бы, ну, конечно, поздравить юбиляру цветы. Без них праздник никак. Наше поздравление от всего города, это не от меня, а от горожан. Букет тоже от горожан. Ну и вам вот настольный наш такой подарок с гербом России и гербом Магадана. Спасибо. Аплодисменты. Вечерний Магадан присоединяется к поздравлениям и желает Таймуразу Рамазановичу крепкого здоровья и долгих лет жизни.